нет! Что происходит вообще? Короче, ребята, прямо сейчас я нахожусь на своем Minecraft Realms'е, и Banzai 2003 находится у меня на сервере. Он зашел сюда, но я не знаю, где он сейчас находится, и у меня остался логический вопрос. Возможно, у него остались мои вещи, и я не хочу, чтобы этот засранец сейчас играл на моем Realms'е. Поэтому, ребята, нам нужно с вами убить Banzai 2003 и отомстить ему. Я не знаю, где он находится. Он, видимо, куда-то убежал. Я точно знаю, что он прямо сейчас на моем Realms'е. И, если честно, я даже не знаю, как от него избавиться. Ну ладно, хорошо, ребятки. У меня появился следующий план. Так, надеюсь, меня сейчас не убьют. Если меня сейчас убьют, то это будет полный крандец. Вот полный крандец. Давай, полсердечка мне оставь. И сейчас скелет меня какой-нибудь добьет, и все, и мне капут. Давай, когда это отравление исчезнет? Через 3 секунды. Опасно, опасно. Это как игра с огнем. Идет зомби. Так, нет зомби. У меня тут осталось полсердечка. Для всех любителей строить что-либо в Майнкрафт, у меня есть отличная новость. Слушай внимательно. Вы можете выиграть крутые призы и попасть ко мне на канал. Для этого нужно проявить свою креативность и скилл в игре. Ведь ребята из Pringles запускают конкурс Skills, для участия в котором вам нужно, играя в Майнкрафт, построить банку чипсов Pringles любого размера, цвета и сложности. Проявите свою креативность. Результат вам нужно продемонстрировать, засняв на видео ваш шедевр и выложить ролик на своей странице в ВК или на YouTube с хэштегом Level Pringles и моим хэштегом Skills Posi. Учтите, что ролик должен быть не больше 1 минуты, а работы принимаются до 28 февраля включительно. 10 самых крутых и креативных работ выберет жюри Pringles. Эти работы я покажу у себя на канале, а их авторы получат крутейшие призы. За первое место — системный блок AC Nitro N50600. За второе место — наушники Razer Kraken. За третье место — клавиатура Black Widow. Остальные авторы, попавшие в мой ролик, получат поощрительные призы в виде подписки на 3 месяца на PS Plus. А также среди всех финалистов будет выбран победитель, который получит игровое кресло Fidja Lite. Обязательно ознакомьтесь с условиями конкурса. Ссылочка будет в описании. Ребята, для нашей сегодняшней серии нам пригодятся косточки, нам пригодится пшеница, нам пригодятся блоки, возможно, кирочка, где-то тут был мой алмазный меч, блоки грязи, и вы сейчас, наверное, думаете, ну и зачем, ну и для чего, поскольку это Realms, я здесь могу расходовать все свои вещи. Сюда я возвращаться не собираюсь, на свой Minecraft Realms, потому что у меня есть мой собственный мир, где я могу играть один. Поэтому мы сейчас с вами должны подготовиться к битве с Банзаем. Для начала нам нужно с вами прописать одну очень интересную команду в чат. Называется она Keep Inventory. Keep Inventory, только на этот раз мы с вами пишем false, потому что Keep Inventory True у нас уже активен. Это команда на сохранение инвентаря, и нам нужно ее отключить, для того, чтобы мы не дали возможность играть Банзаю дальше на нашем Realms'е. Так, правила игрового значения изменены. Все, замечательно. А мы с вами сделали самое главное. Мы сейчас себя обезопасили. Так, ну а сейчас я хочу сделать красиво. Я хочу сейчас найти Банзая и убить его с помощью волков. Не, ну ребят, месть должна быть красивой. Ребят, если вы ждали эту серию, то обязательно поставьте свой лайкос и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Кстати, многие из вас писали мне в комментариях, что Банзай 2003 еще записывал видео на YouTube, как он сжигает мой дом. Вы представляете, а? Ну что ж, наша задача сейчас просто найти волчков. Это, я думаю, будет сделать несложно. Хотя бы 2-3 волков, поскольку у него нет никакого сета. Блин, мне на секунду показалось, что он под землей где-то. Ладно, мне показалось, окей. Где же мне найти волчков? Он зажарил всех моих животных, вы представляете? Мало того, он сжег весь мой дом. Это полный отстой. Так, паукан. Сори, я тебя в воду столкну, ты там поплавай немного. Вот сейчас будет самое сложное, и нам нужно действовать оперативно. То есть мы выделяем с вами на поиски волчков минут 5. Потому что мне кажется, что он может вернуться к нашему дому. Ну, если он не дурак, конечно. Я бы на его месте, да, вот если бы я был таким тупым грифером, я бы сохранил координаты и вернулся бы по этим координатам. Не, ну чтобы там дожечь все до конца и все в этом духе. Поэтому, чуваки, сейчас мы должны с вами действовать очень оперативно. Волчки. Волчки, вы мне сейчас очень сильно нужны. Мне нужна ваша помощь. А, блин, курица. Ну, курицы никого не убьешь. Вот где они могут бегать?
Черт, это не круто. Мне кажется, в этом лесу я никого не найду. Они обычно обитают где-то на отшибе вообще. Если я не ошибаюсь, то в моих лесах вообще нет ни одного волка. Они тупо здесь не обитают. Слушайте-ка, а что если пёсель мой находится сейчас в аду? Помните, да, в одиночном своем мире я нашел своего пса в аду. Так что, по идее, в реалмсе, ну, в параллельной вселенной, грубо говоря, должен заспавниться волк в аду. Теория на самом деле очень интересная, я хочу ее сейчас проверить. Волки! Блин, здесь нет ни одного волка. Так, давай-ка мы с тобой используем зажигалку. Блин, а у меня нет зажигалки. Он украл мою зажигалку, точно! Ах ты, блин, у меня и кремния нет. Что я могу сделать? Он мне потушил еще портал в ад, но это... Песос. А, блин, в ад я не попаду сейчас. Мне нужно добывать кремень, а это слишком долго. Не, ну конечно, куда дольше искать волков. Ладно, давай мы сейчас с тобой пойдем куда-нибудь в горную местность, и может быть в горах мы с тобой сможем найти какого-нибудь волчка. Ну, наконец-то! Первый волчок. Итак, у нас есть первый волк. Идем дальше на поиски. Плюс еще один. А! А! Закусать его! Ха-ха! Молодцы. Надо бы найти последнего волчка. О-о-о-о-о-о-о! Нашел! Нашел, чуваки! Так, все, трех будет достаточно. Не, все, я устал их искать. Мы на это с вами потратили минут 10. Короче, ребят... План у меня следующий. Это будет максимально изощренное убийство Бонзая. Бонзай 2003, точнее. В общем, план у меня следующий. Мы сейчас попытаемся его каким-нибудь образом приманить. Мы сами подожжем наш дом. И если он находится рядом с нашим домом, то, по идее, он должен затриггериться на этот огонь и прибежать. А мы там как раз оставили сундучки, так все, знаете, расставили, что ему захочется залутать все эти сундуки, ну, чтобы полностью меня затроллить. Не знаю, вообще следит он за моим каналом или нет. Но очевидно, что следит за каналом, раз это мой подписчик был. Либо хейтер. Но он-то не в курсах, что я собираюсь сейчас ему отомстить. Он, наверное, думает, что он такой гениальный, спрятался, и я его не найду. Вообще, логичнее всего было бы просто его телепортировать. Ого, Бонзай 2003 получил достижение Куй железа. Он еще и ачивки зарабатывает, ты прикинь? Это шутка какая-то, да? Надеюсь, он не здесь что-то сковал. Наковальня только у меня дома. Куй железа, в смысле? А где он может быть? Тут где-то спрятался. Прикинь, он у меня сейчас в доме тусуется где-то. Нет, я его пока что нигде не вижу. Ладно, окей, нам нужно с вами закрафтить зажигалку все-таки. Нам нужно сделать так, чтобы наш дом продолжал гореть. И нужно, чтобы мы это сделали обязательно ночью. Так, давай, будем ждать кремня. Так, давайте, волчки, я вас куда-нибудь подальше посажу. Черт, уже начинает темнеть! Давайте, давайте, сюда, 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 сюда! Песики, песики, песики! Давайте, сядь здесь, сядь здесь, сядь здесь. Так, 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 нужен срочно кремень! Срочно! Сейчас или никогда? Давай, 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 кремень, кремушка. Вот сейчас ты мне нужен. Мне нужна твоя помощь, кремень. Святой кремень. Нет! А, черт, я даже не знаю, как мне поджечь. А, у меня же там были лавовые блоки. Может быть, с помощью лавовых блоков я смогу что-то поджечь. Так, волчки, за мной. Где еще один? Вот один. И еще один где сидит. А, и вот следующий. Ночь будет достаточно долгая. Нам нужно будет спрятаться. Может, лопатой нужно ломать? Может быть, я тупой? Может быть, я дурак? Это ж гравий. Отсюда кремень достается, верно? Верно. Это лопата есть. Ну, давай еще раз. Опа, опа, опа. Так, один кремень есть. Второй кремень есть. Сейчас мы с вами закрафтим зажигалку. Все нормально. Лавовые блоки нам больше не нужны. Слиток железа? Нет. Неужели у меня нет слитка железа? Да ну! Это шутка? Да, это шутка. Скажите мне, что это одна сплошная шутка. И у меня сейчас нет тупо железа. Как крафтится зажигалка? Да, там нужно железо однозначно. Да ладно! У меня нет, мать его, железа! Ладно, хорошо. Все, спокойствие, спокойствие. Вот сейчас спокойствие просто. Такс, в одиночном мире где-то там у меня были залежи. Огромные залежи железа. Там у нас должна быть, по идее, небольшая пещерка. И вон в той пещере мы сможем добыть с вами железо. Даже здесь, может быть, мы сможем сейчас добыть. Нам нужно всего лишь одно железо. Ага, вот оно. Нифига себе, чуваки. Вот это квестище, а? Вы, наверное, от меня такого не ожидали. Феноменальная память, просто. Ого, какая орда зомби.
Ладно, хрен с этими зомбями. Сейчас мы быстренько добегаем до нашего разрушенного дома и поджигаем наш дом. Надо, чтобы он обязательно ночью заагрился. Так, все, идет плавка. Опасно ночью здесь находиться, поэтому я очень нервничаю. Он может вернуться в любой момент, а я хочу, чтобы это было просто эпично, чуваки. Что из этого выйдет? Так, берем огниво. Песиков мы с вами убираем подальше. Давайте сюда, пёсели. Где еще один? Ага, вот он. Сядь здесь, раз. Да сядь ты! Я тебя сейчас подожгу! О-о-о, вот о чем я вам и говорил. Здесь и зомби, здесь все сразу. Так-с, ослика отвязываем. Давай, ударю эту ламу. Садимся на ослика. Так, мы с вами укатываем. Паркуем ослика здесь. Он должен жить. Так, лама, все! Давай, успокойся. Поджигаем! Поджигаем, чуваки, поджигаем, поджигаем, поджигаем. Мы все поджигаем, всю нашу ферму. Вот тут заборчики поджигаем. Все должно здесь гореть. Звучит как-то максимально безумно. И битва с пауком прямо в огне. А, черт, там лошадка. Ну ладно, может быть, она спасется. Так, давайте мы здесь все с вами подожжем. На втором этаже, на первом этаже. Вот так, хорошечно. Гори-гори, ясно, чтобы не погасло. Все, мы с вами... А, черт, это что меня подорвало? Это крипер? Мы с вами берем быстро песика. Раз, два, трис. И все, убегаем с вами. Убегаем, убегаем, убегаем. Прячемся сейчас. Давайте я вот просто отойду в это поле. Тут будет безопаснее всего. Теперь самое сложное будет отбиваться от всех этих скелетов. Ненавижу это занятие. Все, просто ждем, ребят. Ребятки, смотрите-ка. Кажется, я нашел нашего дружка. Так, 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 так. Аккуратненько. Шифтимся, чтобы нас не было видно. Да ё-моё, зомби, вы меня сейчас спалите. Тихо. Взять, взять. Взять этих зомби. Плохие зомби. Ай! Да сука! Миссия идет не по плану. Так, ребятки. Где он? Он там против зомби дерется. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Так, ладно, нас спалили! Ну что, врываемся! Ха-ха-ха-ха! Вот ты и попался, засранец! Ах! А вот и мое железо! А! Нет! Что происходит вообще? Так, мы его убили. Нет, 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 нет! Мы его еще не убили! А-а-а! Черт, 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 черт! Нет! Нет! Иди в баню! Так, пес, взять его! Так, я сваливаю, 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 сваливаю! Ребят, он может бесконечно здесь спавниться. Вы понимаете это, надеюсь? Так, давай я просто сейчас заберусь вот так вот повыше. Давай, давай, давай! Ломаем кровати! Ломаем кровати, запрыгиваем в сторону нашего домика. Все, я на втором этаже, я в безопасности. Мне нужно срочно подкрепиться. Я тупо лоу хп. Что он делает там, а? Он мои вещи собирает. Он прям в наглую собирает мои вещи. А, нет, мои волки атакуют его. Волки, взять его. А, не-не-не-не-не-не. Он убил моих волчков. Ах ты, просто взять его. На. Взять его. Все, он от нас не уйдет. Давай, 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 за ним, за ним, за ним, за ним, за ним, за ним. Он пытается куда-то убежать. Что он делает? Он просто бегает кругами. Ну-ка, стой! Ну-ка, стой, засранец! Ладно, поем ягод немного. Блин, они загрелись на скелетов. Вы прикиньте, что происходит вообще? Песики, за мной! Я хочу, чтобы именно они убили его. Ха-ха-ха! Подорвался! А, все! Его взорвали криперы! Умереть от взрыва крипера, это так тупо, чуваки. Че он пишет? Ты лох. Нет, это ты лох, братан. Тебя взорвал крипер. Бесишь! Ух ты, ё-моё, какие опасные криперы. Ну все, ребятки, покинул игру! Ты лох, бесишь и покинул игру. Он просто не додумался, что я могу сломать кровать. Он думал, что может бесконечно здесь спавниться, а я тут бац и все разрушил ему. Ну что ж, долгая ночь подходит к концу, начинается рассвет. Наконец-таки, долгая ночь закончилась. Ребят, ну это просто хэппи-энд. Хэппи-энд нашего Реалмса. Конечно, да, дом разрушен. Мои питомцы навсегда пропали. Но зато мы его наказали. Красиво. И засняли это все на видео. И он еще написал, что я лох. Нет, ребят, напишите в комменты, кто лох. Он или я? Смотрите, какой красивый восход солнца. Да. О, зомби-житель! Стоп, это, кажется, мой житель. Он там сгорает, кажись. Братанчик, ты где? А, он умер. Ну что, ребятки, если вам понравилась эта серия, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. С Банзаем 2003 покончено. Realms нужно выключать. Итак, нажимаем Escape, нажимаем отключиться и... пересоздать мир, конечно же. Увидимся с вами в следующих видео. Adios. Playtime.